Дорогие суворовцы, я Роман Романенко, космонавт, бортинженер Международной космической станции, выпускник Суворовского училища 1988 года. Сегодня на орбите три российских космонавта. И от всей души наш экипаж поздравляет вас с Днем Защитника Отечества. Для нас, военных, этот праздник особенно важен. И поэтому я не мог обойти вниманием Суворовское училище. Даже специально на орбиту взял суворовскую рубашку. Космический экипаж желает вам здоровья, благополучия и исполнения всех ваших желаний. Старайтесь постигать науки, чтобы в будущем быть достойными представителями своей страны. Со своей космической высоты скажу, это гордость учиться в Суворовском училище. И всегда знайте, вы лучшее будущее нашего Отечества. Космических высот вам, планетарных идей, ракетных устремлений и солнечных дней. Роман Романенко, космонавт 34-й экспедиции на МКС.